Опять ветер. Чесно. Ой, извините, сейчас оденусь. Секунду. Всем привет. Канал Старик и Море. Меня зовут Серега, живу в селе. Совсем один. Ну, в смысле, один в доме живу. Не в селе. Снег растаял почти что, но не весь. Пойдемте-ка посмотрим, что там на улице творится. За дровами мне надо сходить. Не, конечно, самое главное, что я, блин, в этот раз запасся. Оф, от комаров спрей привез с собой. 30 декабря я приехал. Ого-го, уже сколько времени прошло. Ого-го, полтора месяца. Месяц. Не дня. Да уж, погодка не очень, показывать нечего. Вы не подумайте, велик я, блин, сегодня с дома вытаскивал. Я уже выходил на улицу. Но еще было темно. Церковь открыта. Странно, обычно она закрыта. Не знаю, может. Сегодня суббота, кстати говоря. Эй, есть кто живой? В дровнике нету никого. О, кстати, вспомнил о приветах. Передам приветы. Два привета на повестке дня. Только попозже. Сейчас не до того. Что, кстати говоря, по поводу риса, который я делал. Что-то там, блин, народ с меня смеялся, блин. Кто-то, говоря, в комментариях меня, блин, обсмеял. Это то. Третье, пятое, десятое. На самом деле, блин, я съел, блин, рис, блин, ну, блин, два дня я его ел. И самое интересное, что я сейчас опять буду его готовить. Ну, уже показывать, конечно, не буду. Так, чуть-чуть, конечно, покажу. Чуть-чуть. Ну, блин, сейчас скажу, сколько времени, блин. Сейчас без 5:09 утра. Я его сейчас засыплю в тарелочку, сверху сало, блин. И оно будет до обеда. Ого, это у меня так от дыма, блин, потемнели. Грязные стали. Ну ладно. И до обеда уже рис будет готовый. Уже будет вот такой бомбезный, блин. Ха! А до того, блин, я сейчас котлеты себе пожарю. Котлеты. Вот, блин, я уже сало распарил немножечко. Ну, растопил. Кстати говоря, блин, проверил желудок, отлично, нормально все переваривает, блин, рис приготовленный по этому рецепту. Все нормально, никакого, блин, побочного эффекта я не наблюдаю. И промывать рис не обязательно, я так думаю. Я считаю, что его не обязательно промывать в данном случае, в моем случае. Как я тут как бы на выживании закаляюсь, поэтому, блин, куда его промывать. Все, и водится сверху. Чики-пики. Хай себе. Запаривается. Даже блюдо есть такое, запаренный рис. Или пареный, или запаренный, или напаренный. Напарили рису. О, напарили рису. А я не с голым торсом, у меня корсет внизу, я не хочу его показывать. Хлеб у меня есть. Ха, пол батона почищу. Почищу целый. Так что день сегодня мастевый.
Надо запомнить, в календарике отметить. Мастевый день, батон был... О, мастевый день, батон был целый. Привет. Попросила Маша соль передать. Привет тебе, Маша соль. Передает Серега, блогер. Спасибо, что смотришь видео. Или даже если не смотришь, все равно спасибо. Все равно спасибо. Счастья, радости желаю, пух. Ай-яй-яй-яй-яй. Книжку одну тут новенькую нашел, блин, на разрыв. Думаю, блин, разрывать ее на растопку. Такая книжка хорошая. Или не разрывать, блин, не знаю. Посоветуйте мне, но мне кажется, она уже загорит к тому времени. Сейчас я ее покажу. И еще, кстати, я большущий привет передаю Сене Донбассу. Сене Донбасс, привет. С малой березанки. Мастюшечек. Удачи, в смысле. Вот такая вот книжонка. Земля и люди. Географический календарь. Географический календарь 1959 года. Руки не успел помыть, грязные, блин. Тут, блин, в этой книге. Ну, я и так пролистал, она, видите, испорченная. Несмотря на тираж тут какой интересный, я не смотрел. Тут не видно. Может, у нее тираж, блин, 100 штук? Тогда бы я ее точно не сжигал. Спалил бы. 58-го года, Москва. Географический календарь. Карты тут какие-то, блин. Если бы тут было карта, где золото лежит, это было бы интересно. Никто не видит тираж. Ага, вот тираж 50 тысяч. И немного, и не мало. В общем, такое вот тут все. Непонятно что. Черти что. И сбоку бантик. Народ куда-то плывет в ноябре. Мартен, блин, или что-то такое, блин. Книжка вот такая. Дед какой-то. А, так это вот календарь. В ноябре. Что это? Перед ноябрем что у нас? Ноябрь. Октябрь, да? Сентябрь, октябрь, ноябрь. О, что когда сажать? Русская осень. Что-то моя рассада, надо проверить. Я не заглядывал. Сентябрь. Октябрь, карты, блин. Блуждающая судьба. Ворота дружбы. Мамочки дорогие. Зеленая земля. Африканцы какие-то, блин. Исландия. В общем, как современные эти, блин. Цветные книжки. Слово вылетело. Ну да ладно. В общем, до завтра она еще полежит. Эта книжонка. Индейцы ягуа. Печально, но факт. Чего только не сжигается в сельских, деревенских и просто домах с печным отоплением. При розжиге треба распаливать бумагой. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна, как сын грустит о матери, как сын грустит о матери. Грустимая земля, она одна. А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее. Кстати, сало съел. Нету больше. Не считая того, что в рисе на обед. Котлетки я уже уложил. Ну да, да. Такая вот сковородка. Масляная. Кстати, масло отличное. Видите, прозрачное до самого дна.
не надо наговаривать ерунду всякую. Завтрак, обед. Всем привет, как и обещал, маленький обзор, объяснение, картина. Эта картина специально создана для медитации. Смотря на нее, нужно представлять, что вот эта часть – это ваш мозг. При этом пути нирваны никогда вам не испортят голову, потому что здесь есть волшебная надпись «К инвалиду не тули». Ну и, конечно, подпись автора «Угу Филя». Постигайте глубинки нирваны, не отвлекаясь от экрана телевизора. Пока. Ну вот и все. Без 20 минут 2. Обед готов. Обалдеть. Чуть раньше не додумался до такого. Занимаешься со своими делами, а оно, блин, это что? А оно, блин, само готовится и готовится. Бац-бац. Как будто бы жена наготовила. Безрукая, правда, но все равно. Всем приятного аппетита, кто есть собрался. Кто не собрался, тот, тому не надо. Приятного аппетита. В общем, блин, картина еще не продана. Но уже 320 гривен ставки сделаны. Как мне с усами, нормально? Или без них будет лучше? Даже не знаю. Даже и не знаю, как лучше, с усами или без. Чувак, ты пустишь, что тут ее связь запрещена? А что, хлеба нету? Есть, да? Короче говоря, блин, проснулся сейчас ночь, не помню, как я попал домой, если честно. Побрился, блин. В общем, блин, короче говоря, блин, вывод такой, нехера, блин, косить под иностранца, блин. Побрился я вчера, блин. И, блин, местные меня, блин, напоили, блин. Так напоили, что я не помню, как попал домой. Прошел. А сейчас, короче, ночь, блин, полтретьего ночи. Без десяти, даже не полтретьего, а уже, блин, почти 3 часа ночи. Не помню, как попал. Ой, извините. Не помню, как попал домой. Тут, блин, черти что творится. Дверь открыта, блин. Заходи, кто хочешь. Не буду показывать обстановку в доме, блин, но перестановка есть. Как все это произошло, не знаю. Всем привет и всем пока. С вами был Серега. Селе, в общем, блин, не знаю. В селе, оказывается, такое тоже бывает. Первый раз мы за 2 года, блин.
Велик оставил, блин, возле магазина. Сейчас пойду, блин, забирать. На улицу вышел. Велосипеда нету. Ни в доме нету велосипеда. Ни во дворе, ни даже, блин, возле калитки. Не знаю, блин, сейчас еще пройдусь, блин, к магазину. Блин, 3 часа ночи. Вам тоже покажу этот поход. Так что, блин. Кстати, не забудьте подписаться и лайк, и комментарий. Это жесть, блин. Все, блин, разбросано. Все, блин, развалено. Это жесть. Кусок печки отвалилось. Но ее надо было отваливать, конечно, блин. Без того. Надо было ее отвалить, чтобы ремонтировать. Видите, какая здесь ситуация с печкой. Буду ее ремонтировать. Дела такие. Это жесть. Сейчас схожу за этим. Схожу за велосипедом к магазину. Схожу за велосипедом к магазину и сразу выложу это видео. Это жесть, блин. Все валяется, блин. Вообще, короче говоря, блин, могу сказать точно. Сказать точно, для, особенно для тех, кто не пьет спиртное. Господа, не пейте спиртное с малознакомыми людьми. Да и вообще просто не пейте. Ничего, ни к чему хорошему это не приводит. Это, блин, могу сказать наверняка, блин, по своим, блин. По своему опыту. Капец, блин, проснулся, блин, в 3 часа ночи, блин, ничего не пойму, блин, половина мебели нету, блин. Да не, ну я шучу, конечно, не половина мебели, а тумбочки нету. Где она делается? Черт, что творится. Печку бы растопить. Дырка образовалась. Ну ничего. Как раз, блин, есть, блин, повод ходить за глиной и, блин, отремонтировать. Самое главное в таких моментах в жизни, в таких жизненных моментах не отчаиваться, блин, и... Ну, самое главное, не отчаиваться. Да, не отчаиваться. Пожалуйста, репостните мое видео по всем соцсетям, чтобы пробежалось по всему миру. Да. Да-да. Чтобы по всему миру пробежалось. Ну, больше мне не надо. Нет, ну я побрился, блин. Побрился, пришел в магазин, короче, как иностранец. Что-то там, блин, один ко мне подошел, второй подошел. О, говорит, ты кто, как тебя зовут? Расскажи, говорит, о себе. И погнал, и понеслась, блин. Извините, что зеваю. В общем, далеко мне не пришлось идти. Вот она, церковь. Ага, и не видно, да? Иду такой себе, иду. И вот он, велосипед лежит.
Ну это вряд ли мое. Это старая бутылка. В общем, всем пока. Не забывайте вести здоровый образ жизни без алкоголя. Вы тоже будете велосипеды терять. Это жесть, блин.